Игорю Дубунову приехала его двоюродная бабушка. Но она вот, видите, в штанишках. Охота храм показать тут. И вот Надежда Васильевна побежала, юбку принесла. Давай, переоборудуй ее. Чтобы зайти к нам. О, замечательно. Все. Все. Давай, надевай. Ничего там стряхнуть можно. Не разрывает просто так. Аккуратно как. У нас приехали прокуратура в лагерь, я начальник детского лагеря, и милиция. А туда же не запустили, вытащили юбку, она надела, так ее захвалили все. Ну вот и все. Вот и видно, что вот хорошая бабушка. О, хорошая бабушка. Ну что сравнивать-то? Да нечего сравнивать. А то как отбросы какие-то. Очень надолго. Я врачей не хочу. Так. Врачи тут ни при чем, тут главное Бог. Так, Игорь Владимирович, милости просим, проводи. Спаси Христос. Пойдем, бабуль. Совсем преобразилась, другая совсем. Наоборот, интересно даже, когда женщина. Вот. Но я хожу дома. Теперь мы пойдем. Я тоже в этом все время поликлиник. Он меня Игорь каждый день возьмет. Сейчас надо будет зайти и сделать три поклона. Порядок. Потому что мы заходим в храм. Вот крест. Порядок. Вот крест Господень. Вот так вот нужно сделать. Три поклона. Три поклона нужно сделать. Три нужно делать. Значит, вот нет, вот так, смотри. Подожди-ка, я выйду сюда, вот сюда. Вот, вот так, лоб, вот на лоб, на пуп. На правое плечо, на лево. Нет, прямо на плечо. Прямо на плечо, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда сначала. Сюда, да. Теперь прямо на плечо, на плечо. Вот так. О. Теперь сюда. О. Вот и теперь. Три поклона, и мир дома всему. Поклон 90 градусов. Поклон, если можно. Ну мне можно, сейчас я снова хочу. Обращение к православию. Давайте. Давайте, ничего, все хорошо. Вот, три поклона. Так, и поклон. Вот, все. Вот так. Надежда Васильевна, ты поклонись, она на тебя посмотрит. Вот давайте, выходите сюда, вперед. И не видно же. Господи, все. Иисус, и Божие, помилуй, вот я вам говорил, посмотрите, пожалуйста. И сейчас, подождите, сейчас. Мир дому всему, говорите. Мир дому всему. С миром принимаем. Всему. А вот смотрите. Вот. С миром принимаем. Вот он, мэр города стоит. Вот, фотографии. Этот дом передает. Баварин Владимир Николаевич. А где? Какой? Входил в десятку лучших мэров вот России. Он, вот. А вот они. Вот она стоит, передача Чигиров. Дома. Там и по имуществу один Слуцкий. Как все хорошо. Вот. А вот это вот, мы, видите, как даже поцеловались с ним. Он передает дом. Вот а вот это вот ударили по рукам. Вон, руки, видите, жмут. А считайте, вверху вам видно букву, он что написано? В первое воскресенье февраля отмечается начало работы нашего сайта. И сайт 3w.kistine.narod.ru. Ну у нас только на YouTube зашло 19 200 000. И зеркало. Да. Слышите? Нас и просмотрели. Зеркало для сестер. А я думала туда просто это. Слушайте, что Геннадий говорит. Пойдемте дальше. Пойдемте. Надя, ну зайди там туда, там зажги свет и раскрой это книги. Сейчас пойдем. Видите, тут дети, все для детей, это фотографии. Долг фотографий какие-то. Это наш епископ. Все цветные фотографии. Епископ наш это хороший. Это на Кирилла походит. О. Так, пойдемте в ту комнату. Вот это у нас трапезная. Здесь у нас собрания идут. О, сама себя увидела. Да, зеркало. Даже пошатнулась. Посмотрите. Вот смотрите. Игорь, иди, проведи как гид, расскажи про книги. Это все было... Вот эти книги, которые вот он был сфотографирован вот там вот. Видите, вот это о Христе картина. И вот он там, Игнатий Ильич, сидел, вот книги вот так выстроил. Вот эти книги, вот они здесь все. Вот, посмотрите, с самого начала книги идут. Вот это стихи Игнатия Тихоновича. Вот это вот крест священника, наверное, скорее всего, расстрелянного около тюрьмы. Расстрелянного. Мы его обычно целуем и прикладываем к тем местам. Где мать, болит что-то, глазу приложи болит. Себе, чтобы выздоровело. Где вот болит? Вот. Поцеловать надо. Вот так. И приложить к тому месту, где болит. Все, я приложу. Да. Вот. Вот, это вот стихи Игната Тихоновича, это его единственная книга стихов, да.
Да, не «Церковь свободы», видите, Игнатий Лапкин. 4 тома стихов дополнительно не издал. Лапкин. Игорь, да, вот. Уже средактировано 4 тома по 800 страниц стихов. Не могу издать. Печатают у вас. Книги-то печатают даже. Даже да. На музыку положено. Вот они лежат. Нет, это на музыку положено все. Вот. Сейчас я... Когда-то я писала музыку. У меня музыку я пишу. Пишу и писала музыку. Это Виктор Николаевич Савченко положил. Он сам исполняет и поет. Так, где тут потухли глаза амбразуры? Вот очень мне нравится. Так, что? Потухли глаза амбразуры. О, это не найти так тебе. Да, ну, тут это рядом. Это не найти, это надо смотреть по алфавитному этому. Да тут оглавлению. Сейчас я найду. Какая? Нет, не найти, трудно, Игорь, найти. Ой, да вы что? Какая библиотека? Оборудовано все, вот это Вовка. Вот это Вовка. Ну все. Колыбель человечества, наша планета. Ну ладно. А так. Молитесь-то вы где? Молитесь здесь, молебен-то где у вас? А? Это здесь молебен? Нет, где молимся, сейчас покажем. Это, а здесь обедаем. А-а-а. Собрания идут. Обедаете, вон оно что. Так, вот это значит... Фотографии вот эти. Игорь, пока не было, да? Надо искать как, по оглавлению. Давайте по оглавлению, да. Потихоньку, точно, найди там алфавитно. Да ничего, подождите. Алфавитное. Сейчас уже. Посмотри, алфавитное или по порядку? Тут алфавитное. Вот по П. П. Найди, потухли. По. Так начинается. Да, потухли глаза амбразуры. Ой, я прямо переживаю, Господи, ну надо же, я как это. 222-я. 21-я страница. Видите, как хорошо. Тут два оглавления. Одним по порядку, а другой алфавитный. Вот. Вот. Потухли глаза амбразуры. Вот сейчас, глядите, сейчас я вам спою это стихотворение. Я сейчас вам сначала прочитаю, потом спою. Глядите. Ну-ка, так, чтобы мне видно. Потухли было. Глаза амбразуры, умолк, охладев пулемет. Над полем сражения в бездонной лазури один жаворонок о мире поет. Поет о безумном желании смертных огнем злобный пламень гасить. Он жжет обличительным гимном неверия, безбожье сухое, без капли росы. А теперь споем это все. Еще припев тут будет. Отсюда уже. Потухли глаза амбразуры, умолк, охладев пулемет. Над полем сражения в бездонной лазури один жаворонок о мире поет. Поет о безумном желании смертных огнем злобный пламень гасить. Он жжет обличительным гимном неверия, безбожье сухое, без капли росы. Припев. Миру мир, говорят миллионы, но мир не вошел в их сердца. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Иисуса Христа. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Христа. Ну ладно, а тогда. А чьи стихи-то? Это Игнат Тихонович. Да, 4 тома по 800 страниц еще. 4 тома, я их издать не могу. Это миллионы. Молодцы. Вот по сегодняшним деньгам вот этой вот книги, смотрите, вот это вот издать, чтобы примерно 60 миллионов надо рублей. Ой-ой-ой. Сегодня страшно дорого все, нельзя подойти. Да. Это вот это слово, следующая книга, вот я считаю. Вот, для слова Божия не туз. Узнаете, кто это? Так это вы что ли? Да, это я на площади выступаю. Вот тот самый день, когда его потом Игнат Тихоновича признали человеком года в журнале «Алтай». В этот день готовились громить коммунистов здесь. И меня увидели два милиционера с трибуны прямо ко мне бегом, под руки туда на трибуну, да, перед микрофоном. И я все утихло. Вам книги такие печатают, берут, ведь берут, печатают книги. Я потому удивляюсь. Что он деньги платит. Не просто я удивляюсь. Так сейчас в том-то и дело. Это дороговизна. Вообще. Так это давно уже напечатано. И вот так, тут что написано, делаю. Слушайте. По благословению протоиерея Акима Лапкина, Аким Лапкин – это батюшка наш, это родной младший брат Игната Тихоновича, он священник, благочинный церквей Алтайского края РПЦЗ, Русская православная церковь за границей. О, как. Да. Он какой влияние. А тут есть фотографии, где меня арестованного ведут. Ну-ка. Ну-ка, а вот тут фотографии всякие. Цветные, полисай где-то, да. Тут. Сейчас посмотрим. Там нацию покажи. Ну, это, наверное, дальше, Игорь, вот сюда, в конце. А.
конце даже? Да, по-моему, да, тут так. Я переживаю, вот, Игорь, придется еще ехать обратно. Ну, да, вам не переживайте вы. Так вот, как там аптека, нет, чтобы не закрылась? Ну, как она закроется-то? Так, тут нету. Ты смотри, здесь нету. Цветные фотографии. Вот да. Вот. А типография где? Какая типография печатала? Есть тут? Есть, конечно. А в каких типографиях вам печатали? Где типография? Да. Алтайская. Это, вот эти. Горно-Алтайская. Где печатают? В Горном Алтае. Здесь так не могут в Барнауле издать такие книги. Горно-Алтайская. Эти книги видели в библиотеке у Путина, в Московской библиотеке Ленина, в королевских библиотеках Европы мы проехали, провезли. 120 тысяч километров проехали от Тихого до Лиссабона. Надо ж так. Это Господь так благословил. И везде я дарил эти книги. Полный комплект. Ничего вот себе. По одной книге взять, это 750 евро. Что-то я не могу найти здесь еще где. Ну, значит, потихоньку. Вот в эту сторону надо, вот так вот. Я не вижу здесь. А где еще? Ну-ка, сейчас я. И при мне новенькие, новёхонькие книжки. Надя, иди сюда, смотри, подержи вот так, так и не упади. Она как берет, вот сразу в обморок падает. Типография хорошая, печатают как, а? Вот это здорово. Вот гляди, куда идет и направь. Руку подсунь туда, не урони. Даю и уже какую-то беду жду. Не боитесь. Вот он сразу, только открыл и вот. Вот, посмотрите. Ага. Это вот машина, это цветы летят. А вот меня воины выводят, вот, из зала сюда, вот. Который, где Марина работает. Вот они идут. А эта машина, это цветы кидают верующие. Вот видишь как. Приветствует вас. Приветствовали вас. Да. Как еще бы. Вот так. А эту фотографию я разукрашивал на компьютере. Так, ты пока им туда посмотри, я сейчас даю. Это даете вы. Да. О-о-о. Вот что тут написано. Вот, предисловие. Все документы, предлагаемые читателю, связаны с одним человеком. Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Но не он главный герой этой книги, главный герой – Слово Божие. Проповеди, которые посвятил свою жизнь Лапкин. Слово Божие живо и действенно, Евреям 4 глава 12 стих. Поэтому проповедь о Сыне Божьем Иисусе Игнатия Тихоновича никого не оставила бесчувственным, а перед читателем открывается как бы 47-летний срез российской истории с неожиданной стороны. Туалет. Вот там на улице, где на улице, да. Закончили. Это вот за 9 лет пришлось издать книги. 9 лет я писал книги. Ой-ой-ой. Это 38 томов. Смотрите, они новенькие, как хорошо отпечатанные. Да, очень и хорошо. Цветные фотографии там. Очень ну, высокое качество. Мне в Америке прислали и говорят, у нас говорят, даже такие не печатают так. А я удивилась. Теперь, Игорь, проведи бабу. Храм я открыл там все. Пойдем, пусть она посмотрит, где мы молимся. Так, влево. Тут не разговаривать зайдем. Мы будем говорить, а вы как женщина молчите. Заходите сюда. Тут разговаривать нельзя уже. За этой дверью. И все, рассказы, а вы молчите. Так, это храм. Это освященное епископом место для молитвы верующих. Здесь сам Господь присутствует. Вот нужно подойти. Тихо. Вот нужно подойти, перекрестное знамение также сделать два раза, поклониться и поцеловать. Сначала Библию, вот это Слово Божие. И теперь нужно поцеловать икону Христа. Целуется она вот в ногах. В ногах. И вот сюда еще заходить нельзя, молча. Еще посмотрите поклон. Сюда. Поклон. Я покажу вам внутрь алтаря. Вот отсюда. Здесь батюшка молится. Туда не заходить, просто посмотри. Видишь? Вот здесь батюшка отсюда выходит, он тут совершает все. Молитва. А вот где Игорь стоит, он там считает Златоуста, вот поет. Вот где Златоуста. Расскажи. Читал, вот на этом месте читал Златоуста. А это клир. Клир здесь песнопения поют. Это все заново сделали, переоборудовали, двери сделали. Мы когда делали, мэр города приехал, через неделю, говорит, как много уже сделали. Служебные книги. Так. Здесь молятся, это вот для глухонемых, там надписи все большими буквами. Видите, как здесь иконы и везде надписи. Да. Вот оно. Вот иконы, посмотрите, посчитайте, везде из Библии надписи. Варуха, 4 глава, 1 стих. Вот книга заповедей Божьих и закон, пребывающий вовек. Все держащиеся ее будут жить, а оставляющие ее умрут.
Псалом 80, 11 стих. «Открой уста твои, и я наполню их». 2 Тимофею 3 глава 15 стих. «Священные писания могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Пожалуйста. Пойдемте. А тут сидеть можно верующие, которые слабенькие, бабушки садятся. Так, молча уходим. Все. Это детская вот еще у нас тут. А, вот покажи я сюда, заведи. Вот здесь детская еще. Сюда, зайдите. Вот. Тут детей, дети с мамашами у нас. Здесь полно. Посмотрите, как все висит у них одежда. Вон, поглядите дальше. Зайдите сюда. Тут можно зайти, можно разговаривать. Видите как? Детская есть, вот это ловко. Вот здесь. Бывает, приезжает кто-то, можно ночевать. У нас тут глухонемые ночевали. Видите, как все сделали? Все оформлено. Там вот гитара лежит, видите? Сколько труда. А тут Тарасик играл в это воскресенье. Ах, молодец. Я его снял. У них одна гитара. Мой крестный, крестник. Девочка а вы, одна. Знаете, вот сейчас вот вы сняли головной убор, вы походите на Солженицына. Да, мне везде говорят это. Очень, да. Я вышел в сельсовете, о, Солженицына привезли нам, говорит. Солженицына. Да. Так я первый в России издал архипелаг ГУЛАГ. На 10 лет раньше Нового мира. Весь союз наполнил. Меня за это, за шиворот утащили в тюрьму. За что спрашивается? Я его люблю. За что спрашивается? За правду? Так всегда было. Это за нас за правду убивают. А это вот наш устав, по которому мы живем. Ага. О, вот а это как община остановилась? А вот посмотрите, я в Америке был. Вот. Вот, в Америке был. Это митрополит Виталий. Зарубежная русская церковь. А вот это я веду занятия в университетах в разных. Ух, молодец. А вот мы с Мариной сидим. А вот, смотри. Вот. Вот на занятиях Игорь с Мариной вот, сидят. Вот мы. Вот Марина, вот я. Молоденький еще. Это Игнат Тихонович нам рассказывает. А вот крещение идет. Посмотрите, люди приходят, и там в воде батюшка стоит. Да, да. И люди крестятся. А это я за кафедрой. Молодец. Это все Господь так дает. 2001 год. Вот как. Прочитай, бабе, прочитай слово вон там вверху. Притча, 30 глава, 5-6 стихи. Написано. «Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Вот так. Вот так. Вот какие высказывания, вот какие. Так, Надежда Васильевна, ты где? Ушла. Выключай свет, я потом приду, закрою. А вот теперь считай впереди, баба. А? Вон, впереди еще написано. Так, Иисусе и впредь. Иди, впредь не греши. Это тебе говорится. Иди. И мне. А, иди. Иди, впредь не греши. Иди, это Д, иди без очков. Да. И впредь не греши. Иоанна, 8 глава, 11 стих. Евангелие от Иоанна. И впредь не греши. Да, хорошо бы это было. А вот это мы готовимся уезжать с детьми. Видите, это продукты наготовлены. Да вы что? Это... Ну, лагерь, который, помните, я да, воспитатель. Это сахар, что ли? Это сахар. Сахар. Сахар, мука. Все. Вот это... мука. Это вы помогаете, наверное. Это находятся люди, которые помогают. В лагерь, наоборот. Ах, лагерь. Помогают. Лагерь, дети, это дети будут есть. Молодцы. Ребятишек. Молодцы. 47-й год пойдет уже, как занимаюсь этим. Горох, горох. Вот так, ну все. Да.